Кремлевский дворец съездов. Доброй традицией стали встречи руководителей Коммунистической партии и советского правительства с выпускниками высших военных учебных заведений. Открывший торжественный прием министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко, пожелал новому отряду военных специалистов высшей квалификации больших успехов в укреплении могущества советской Родины. Со словами благодарности за большую заботу в годы учебы выступили выпускник военной командной академии ПВО майор Кочинов, генерал-лейтенант болгарской народной армии Попов, начальник кафедры военной инженерной академии имени Дзержинского генерал-майор Сильвестров. Слово предоставлено генеральному секретарю Центрального комитета КПСС Брежневу. В своей речи товарищ Брежнев подчеркнул, что мощь и боевое содружество стран-участниц Варшавского договора — это надежная гарантия обеспечения мирных условий для строительства социализма и коммунизма. В заключение товарищ Брежнев сказал: «Мы, товарищи, уверены в том, что новый отряд выпускников военных академий будет достоин стоящих перед ним задач, направив все свои силы и знания на укрепление боевого могущества наших вооруженных сил, безопасности советской Родины и всего социалистического содружества».